Доброе утро, мир! Всем привет, я Алиса. Да, это я. И с этого момента началась моя история. Не будем тянуть. Приятного просмотра. Да, я везучая. Вроде бы все. Теперь точно все. Извините, с вами все хорошо? Да, все нормально. Ты же только из-за автографа подошла. Извините, но это мне не нужно. А, и я опаздываю, поэтому уже пойду. Она первая, кто не принял автограф. Кто она вообще? Стоп, она видит меня? В школе. Элизабет! Как я соскучилась. Я тоже. Стоп, что это? А это мне дали. Это же автограф Алекса. Он тебе не нужен, да? Нет. Тогда я заберу его себе. Хорошо, пошли уже на урок. После уроков. Ура, домой! Только не ори. Что ты тут делаешь? Как ты вообще тут появился? Погоди, я сейчас все объясню. Вчера ко мне пришла женщина и попросила переночевать у меня, но я не пустил. Она воткнула в меня нож и сказала, если меня не начнут видеть люди, я пропаду навсегда. Ты единственная, которая видит меня, поэтому помоги мне, пожалуйста. Я не собираюсь верить в этот бред. Ты просто иллюзия. Дома. Как же я устала. Что там у нас? Здравствуйте, и это, как обычно, наши новости. И первая новость не очень хороша для любителей Алекса. Вчера близко 10 часов вечера в своем доме пропал актер и популярный певец Минори Ким, или же Алекс. В доме на ковре была обнаружена кровь Минори. Некоторые утверждают, что его могли похитить. Так это правда. Убедилась, да? Что ты тут забыл, извращуга? Какого хрена ты оказался у меня дома? Больно. Кровь? Сейчас обработаю рану. Стой. Почему ты решила помочь мне? Просто так, не умирать же тебе. Пару минут спустя. Вот так. Ты такая красивая, когда улыбаешься. Что? Спасибо, говорю. Ты покраснел, у тебя жар? Нет. Точно, ДСП. Ладно, я уже пойду. И пропаду навсегда. Стой. Я помогу тебе. Правда? Да. Спасибо. Угу. Ладно, начнем завтра. Пока. Наконец-то он ушел. Внутри так тепло стало. Наверное, просто устала. Каждый день мы пытались сделать так, чтобы его кто-то увидел. Лять, он тут стоит же! Алиса, тебе пора сходить к врачу. Я ухожу. Вот и иди. Блин, тебя никто не видит. У нас всего 2 дня осталось. Все нормально. Придется мне исчезнуть. Но я не хочу, чтобы ты исчезал. Не плачь, все будет хорошо. Давай хотя бы сегодня погуляем вместе и забудем об этой ситуации. Страшно. Вдруг она откажет. Погулять? На прогулке. Смотри, что я купила. Вот, держи. Спасибо. Хочешь, я тебе покормлю? Что? Ничего. В конце дня. Сейчас догоню. Догнал. Ва, тут так красиво. Давай встретим здесь закат. Хорошо. Смотри, закат начинается. Прости, я случайно. Ночью, у Минори во сне. Где я? Поздравляю, вы влюбились по-настоящему. Теперь вас могут видеть люди. Удачи! После этого он пропал на месяц, но один раз... Алло?
«Привет, это Минори. Жду тебя возле какого-то там, чтобы через 5 минут была там». «Хорошо. На месте». «Почему тут так темно?» «Минори, что за...» «Привет, ребята. И последнюю песню я бы хотел посвятить этой девушке, которую очень сильно люблю». А он там типа поет? После песни. «А теперь ты станешь моей девушкой». «Да!» Крик зала. «Уху, ура! Конец! Спасибо за просмотр, ребят. С прошедшим Новым годом вас. Пока!» Мне понравился данный мини-фильм, что могу сказать. Ну, романтика для меня уже стала скучная. Я уже много раз видела про призраки, там какой-то там призрак сдох, и призрак, и все. И призрак. Но что-то, это что-то выглядит по-другому. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр этого видеоролика. Спасибо, что подписался на мой канал. Спасибо, что поставил лайк этому видео. Спасибо, что оставил комментарий. Спасибо, что ты есть. Ну и всем спасибо. Всем пока.